Огонь. Огонь. Мы сегодня у папы на работе. Вон наш папа. Ну как тебе, Миш? Нравится. Нравится? Довольный? Расскажи, как твои дела? Хорошо. Хорошо. Так, папа, а сколько нам примерно ехать? 15-20. А потом? Огонь. Ну, папа, на работе. Больше такая природа, горы и лыжные съезды. Сейчас увидим горы и лыжные съезды. Вот мы едем. Октябрьская природа. Поднимаемся в горы, да? Миш, ты куда едешь? На работу к папе. Ну ты уже на работе у папы. Мы едем с папой по работе, да? Работаем с папой. Правда? Кулеры, да, видишь, такие диванчики на веревочках. Вот. Против солнца, наверное, плохо видно. А это туман в горах. Да, туман на камже. А как эти горы называют? Орлицкие. Орлицкие. Да. Орлицкие горы. Угу, понятно. Понятно, понятно. Съездовка. Съездовка. Да тут два этих подъемника, как минимум. А, наверное, один вверх, а другой вниз. Так, у папы сейчас перерывчик. Мы пьем кофеек. И в горах. У подножья Орских гор. Орлицких. Орлицких гор. Орлицких гор. Да, здесь купили кофе. Вон, видишь, Орлица написана. А, Орлица. Миш, ну как тебе здесь? Угу. Ага. А тебе, папа? Ну я уже что-то много раз был, я не попробую. Езжу с ногами по горам. Так, мы сейчас катаемся на качельке. Познакомились с чехом Павло. Павел. Да, Миш? Тут прям бассейн. Какая, ты уже падал когда-то фонтанчик. Миш, не вздувай, ты залезь. Вот так. Качелька с горкой. И бассейн. База. Глянь, как низко облака плывут, Миш, над деревьями. Вот, смотри, аж цепляются за деревья. Вот туда смотри. Видишь? Вижу. Прям цепляются за деревья облака. А тут горная река. Захожу на мостик. Водопад. Миш, прекрасное зрелище, как ты говоришь. Водопад. Горная речечка. Разбиваются на тысячи капель. Это же прекрасное зрелище, да, Миш? Такие высокие-высокие елки. Как девятиэтажки, может даже больше. Осень прекрасная, красивая пора. А вот съездовка сняла лыжню. А, вот и лыжня. Ну против солнца, да. Прям елки вырубили метров 15, да? А вот жители этого домика вышли покупаться. Миша. Сейчас градусов плюс 10, а может еще холоднее. Купаются. Наверное, после сауны. Моржи. Я в шоке.
Супер! Я в шоке. Мам, дай, пожалуйста, мне клубничку. Клубничку? Угу. Сейчас.